где Степа? Да вон уехал. Степа! Ну-ка иди сюда, куда поехал? Так, ребятишки, я вчера собрал последние яблоки, в этом году больше не будет. По одному берите. Начнем с маленького. Какой он выберет яблочко? Ну-ка. Это яблочки вот там под тополем дома. Выбирай, какой надо тебе. Пожалуйста, бери, бери. Доехай. Там пчелка, вот есть такая дырка. Заткни. Прямо вот, там есть бери. Чем. Ладно? Так, Степа, иди тебе яблочко. Спасибо, а? Слава Христу. Последние в этом году. Они такие очень хорошие. Так, Никита, с Исаакием, подойдите, пожалуйста. Ну, да, возьми, возьми. Я знаю, он любит яблочки, возьми. И мы тоже возьми. Ну, один остался. Одно жене вон. Так, держи. Супруги, супруги. Она любит яблоки. А, у нее зубов нет, она боится этих яблок. Так, держи. Опа. Так, Лена, сейчас объявление. Дай, Лена. Занятия в час нету ее. Так она была. Была. Нет. Ну, объяви занятия. Час занятия. Час дня. Так. Игорь, пожалуйста, скажи, как у тебя дела с уборкой? Что, все знали? Закончил. Закончил. Какие у тебя сейчас работы неотложные сейчас? Склад доделать. Склад. Склад. Склад доделать. Склад доделывать. Так. Мы выезжаем, если Господь благословит 10-го, батюшка нас выталкивал прям, пока дорога, пока дорога. Если будет такой день, что нельзя никак, мы отложим, но раньше нам не следует. Так, когда бывает дождь или что-то, Володю даже не просите пасти, я его не отдам. Он чуть-чуть кашляет, а я без него как без рук, без ног. Он и так никому не отказывал. А тебе привет передали, сестра, он так попасывает. Вот, рассчитывайтесь все. Знаете, как рассчитывается? Полторашка молока и 250 рублей за полдня. Так. Мы здесь сегодня собираемся. Еще одно будет занятие и все. У меня просьба к вам. Вы дома так посидите. Какие у вас вопросы нерешенные? Это кажется, что все знаете. У меня в сайте стоит, я отвечаю, на 4124 вопроса. Сохранившихся. А не сохранившиеся там тысячи. Это мне сказали, да, ну сохраните. И сейчас в интернетах выставляют, это вообще. Я считаю, никогда бы сегодня так не ответил. Настолько они большие, пространные, прямо большими статьями. Так что обращайтесь у нас к интернету, к сайту, и там эти вопросы-ответы. А сегодня они могут у вас прямо, вот сегодня прямо возникнуть вопросы. Вот нынче никогда не было такого вопроса, как по рыбе. Ловить нельзя нам рыбу сетью неводом. Но все заглохло, нигде нет. Хотя сказали, за каждого карася 250 рублей. Но наши ходили и говорили, это озеро мы сделали, вы нигде не касаетесь, вы не делали. Я делал, все на меня. Это соответствует действительности. Зарыблено, завьялов привозили, привозили, покупали. Нынче 700 карасей я на Рыжковский перекинул. Все на мне. Что если где, то там в городе мы будем разбираться. И, видимо, затихло не случайно. Они сказали, главное условие, чтобы у вас опь вроде не втекала в пруды. Если через двор протекает опь, а я сетью ловлю, ну тут понятно, ты в общее вошел. Хотя, по слову Божию, они не правы. Рыбаки рыбачили, бросали сети в общем озере, сетью написано, ловили неводом. Поэтому необычное было явление такое. Я этого не ожидал. А еще в интернете уберите или... Никак, а почему я должен убрать? Мы показываем, как в бедности можно жить красиво, интересно, сытно. Я на стол поэтому добавил то, что у меня есть. Ну, они тоже послушали, конечно, большое дело делаете. Ну вот, нам жалобы и жалобы идут. Я говорил об этом. Я говорю, вы не отвечаете, анонимные, они не подписываются никто. Анонимки не рассматривает никакая организация. Это принятое решение Государственной Думы было. Они, видимо, не знают закон. А снимать нельзя. 330-я статья Уголовного кодекса, которая мне разрешает делать, кроме 5 мест. Я вам говорил, это закрытое совещание Государственной Думы. Это понятно так. Второе. Таможенное пространство, когда с одного государства в другое. Третье. Это газификация, кажется, электрификация министерства нельзя. И военные корабли снимать. Или с военных кораблей снимать. Все.
А остальное, или они не знают закон, или умышленно вводят в заблуждение. Вот нас полиция остановила, ну тогда была милиция. Она сразу снимать. Уберите, не снимайте. Почему нет? Он, видно, под наркотиками сам полицейский. А когда заходят туда, там я могу снимать, но я не стал уже. А дорогой мы снимали. И он сразу затих. 27 пункт 1 гражданского законодательства разрешает снимать везде. Поэтому я в прокуратуре Мамонтова снимал. Им сильно не понравилось, может, но ни один слова не сказал. А когда в администрации стал снимать, они, то что с нас вы снимаете? Я засчитал закон, они сразу затихли. Вызвали охранника, а охранник стоит, я против закона не пойду. Так что вы должны знать закон. В круге первом, это есть у Солженицына, когда он Есенина забрал, не отдает, он согласно пункту такого решения советского правительства, тот глаза вытаращил, который взял, на, все равно у тебя я отнимем. Не отнимите. Вы знаете, что ваша должность вам дороже моей книги. Вы нарушаете закон Советского Союза. И начальник, который сидит там в тюрьме, заглох, больше нет. Закон надо знать. Если что-то неладно будет, мне сразу сообщайте. Я был против поездки батюшки, сказал ему. Ну, так вот получилось, что он опять уехал. Я так боюсь за него, у него какая-то там где-то пружинка стоит. Я откажусь, я даже похоронить-то не дадут. Тебя же не будут где-то таскать, там его похоронят. Ну, вот так. Мы, по милости Божией, что могли, почти все сделали. Вы на ней... Когда едешь? Во вторник? Так. Ты, Терентий, дашь нам от этого, от пруда, привезти на самосвале только? Там мы пилили. Где была кузница, мы все очистили. И которые деревья росли в этот летник, мы все убрали. Потому что 24 октября вы должны показать. Это за нами, все эти развалины. Потому что их можно восстановить. Тут сделать ремонт моих машин. А там, может быть, кто-то коров будет держать. Мы везде спилили все деревья, которые наросли внутри помещения. Так что подготовили место. И там столбы, нам надо просто подъехать, забрать, скинуть и все. Дашь завтра? Ну, посмотрим. Ну, знаю, немного просто. Там всего, прям совсем немного. И там, которая лежала береза спилена, мы ее распилили на 5 щурочек завести. Мы очень благодарны были здесь. Все у нас благополучно. Нас ждут очень сильно и в интернете, что приехали туда. Я по скайпу здесь с ними разговариваю. Сегодня меня заблокировали опять. Почему? Вот выслушать один раз надо. Более хищного отношения к людям, чем интернет в деревне. В городе этого нету. Здесь они в договор записали, его даже не знал. Месяц 28 дней, каждый месяц 28 дней. 2 дня обрезали. Теперь каждому отпускается только 17 гигабайт. Я в прошлый раз истратил 3,4, то есть деньги целые, писал в конце. В следующий месяц я 4 гигабайта из 17. Вчера смотрю, у меня 168 рублей и еще 8 гигабайт. Утром встаю, я сегодня 28-е вчера было. Все, нет, у меня ничего, заблокировал, почему? Пропали гигабайты, скинули, и сегодня ждем, когда Витя вернется с богослужения там. Добавили уже деньги. Витя сразу кинул Петерима 500 рублей, но, однако, не открыли. Но я ночью вставал, успел ролики поставить. То есть, ну, везде. Я даже представляю, как они сидят, вот молоденький рождается там какой-то. Тебе отдаем мы в деревне скайп. А как его взять? А за счет чего? Время, месяц. А можно обрезать? А ты в договор включи, 28 дней. Я 10-го приехал. Я до 10-го должен... Нет! Все. 28-го меня обрезали, теперь 500 рублей еще дополнительно с меня содрали. И плюс, который не выполнил там. Теперь за что? Много смотрят. Обрежь, 17 гигабайт. И он молоденький, он ничего не умеет делать, он ни склад строить не будет, ни коров доить. Но ему дали место. И теперь подумай, как ободрать людей. Я просто представляю, как они сидят все и договариваются. Откуда вы это знаете? Очень просто. Я могу национальность назвать. Был прокурор Скуратов, прокурор, генеральный прокурор Российской Федерации. И он говорит, Борис Абрамович, Березовскому, а почему же ты в Израиль ты не едешь-то, к своему народу? Это какая же радость, проснуться утром и знать, что 8 миллионов только и думает, как тебя ободрать, обмануть. Это он, еврей об евреях отзывается. Это все в их руках. Запомните, маленький как рассказик такой, сидят, пьют чай там, богатые люди. Один говорит, а чем ты будешь заниматься? Вот, ну, у тебя уже 8 миллиардов. Чем?
Но я думаю, вот надо сделать это. И начинает говорить там на Украине. А ты? А я думаю, скайп взять надо свои руки, там много будет. И за деньги там Билайн. И сидит еврей отдельно помешивает. Его спрашивают, ну, Абрам, что молчишь ты? А я и не говорил, что это продавать буду. То есть оно давно в его руках, а они думают только покупать. Вот этот рассказ непростой. Я обращаюсь к евреям природным, как Березовский, они это знают. А что тогда делать? Молиться. У нас рычагов нету. Где наша Люба Минаева? В городе? Уехала. Уехала? Уехала. Я на сколько раз кладет деньги, там нету. Я на прокуратуру, и они спрятались, нигде никого не найдешь. Это все высчитано. Они знают. Я видел, ну просто как идиот какой-то, такой вот блуждающие глаза. Но ему помогли получить диплом. И теперь из кабинета в кабинете он вот так вот идет, передает документы. Они его не бросят. Откуда вы это знаете? У нас она не была членом общины, но ходила, еврейка Королева Фаина Соломоновна. Она говорит, по крайней мере, данные за 2000-3000 лет мы можем показать. Ни одного еврея неграмотного не было. О Советском Союзе ликбез, ликвидация безграмотности. Не было ни одного. Они друг другу помогают, что это нам добрый пример. Почему мы не такие? Почему каждый себе? Сейчас вчера показали, как у отца Владимира Головина община. Значит, все общее. Дома, которые сделали, ну, они не продают их. И он хотел узнать. У нас единственный правильный выход. Каждый работает как есть. У нас один был, два поросенка держал. А почему? Я слышал, у богатых они любят маленького, чтобы заколоть и на блюдо положить. И где его? Его человека нету. А Володя вот живет, у него 100 свиней было. У батюшки 100 с лишним овечек. Игорь стоит, у него 136 крупного рогатого скота, я запомнил. Может, неправильно? А? Да не совсем. Даже бы было. Я овечек сколько, я их не считал. Вспомните Глушкова. А сколько цыплят-то? 450, а дальше счету нету. То есть работает. Работает. Сам работает. Жена, она там продает помидоры и все. Работать надо. И у тебя будет все. Мне когда спросили, а почему должны хорошо работать? Я говорю, чтобы правительству сколько надо отдать. Начальствующих, чиновников, их прелюбодеек и себе осталось. И что остается? Я говорю, еще и остается. И в газете напечатали это. Все, с Богом.